Обыски проходили сегодня в 5-й больнице. Сама больница выступает в роли потерпевшей стороны. Как сообщает Следственный комитет, некий предприниматель поставил больнице в 2020 году оборудование на 4 с лишним миллиона рублей, которое по факту отличалось от требований, заявленных в контракте. Хотя по документам это оборудование требованиям соответствовало. Вот поэтому сегодня с утра и проходили обыски в больнице. А мы по поводу обысков. Кто, какая информация, какие обыски? У меня обысков не происходит. А речь о мошенничестве идет, это правда? О каком? Здравствуйте, скажите, а что за обыски проводились? Никаких комментариев. Вот сотрудники ГУВД вышли из вашего кабинета. По какому? Ну, у нас у всех есть своя работа. Не своя, у меня своя, у всех своя работа. А по какой причине они здесь были? По причине тех мероприятий, которые они должны проводить. А правда, что речь идет о госконтрактах? Нет. По версии следствия, в 2020 году в городе Нижнем Новгороде в рамках государственного контракта подозреваемый поставил в медицинское учреждение оборудование, не соответствующее заявленным в контракте требованиям. При этом документация на данное оборудование была предоставлена в строгом соответствии с требованиями контракта. На основании сфальсифицированной технической документации оборудование было принято в городской больнице номер 5, а фирмой перечислены денежные средства в сумме 4 миллиона 560 тысяч рублей. Действиями подозреваемого городской больнице причинен ущерб именно на указанную сумму. Я думаю, что у нас очень ответственный, очень серьезный главный врач с большим опытом работы. И я не допускаю мысли о том, что здесь вообще могут быть какие-то коррупционные составляющие. Это, в общем, мое мнение.